Привет всем! Перед началом ролика я хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам очень много денег, чтобы вы могли много покупать стафа, там диски, винилы, пластинки, мерч, ну и, конечно же, ходить на концерты. 2017 год, в общем-то, был неплох для паблика ВК, так как мы набрали практически 3-4 тысячи человек за этот год, но для канала он не очень, так как что? YouTube ёбаная помойка, в которой поменялись алгоритмы, монетизация и прочие, из-за которых, конечно же, тяжело набрать новую аудиторию и вообще продвигаться. Так что вот так вот, немножко печали. Вначале я думал, что это я такой бездарь и мало подписчиков, просмотров. Но в этом, конечно, доля правды есть, это факт. Но когда я посмотрел на других топовых блогеров, у которых попадали просто колоссально просмотры, начали ставить ограничения, там 18+, там и т.д. и т.с.п., блядь. Я понял, что это YouTube такой нехороший. YouTube, приди в себя, пожалуйста. Пока я находился в Венгрии, я, конечно же, себе заказывал постоянно диски и пластинки, которые приходили моим родителям в Украину, ну, где я жил. Ну и, конечно же, находясь в Венгрии, я ходил по медиамаркетам, барахолкам, ярмаркам и что-то себе снова же покупал. И сейчас я вам покажу все свои последние покупки в этом году. Весь став находится в такой вот сумочке леопардовой. Да, это с той же коллекцией, что и мое покрывало, на котором я постоянно фотографирую. Первое, что я заказывал, это был винил Атеиста, альбом Юпитер. Вот, видите, стикер прикольный. Заказывал я его в одном из украинских интернет-магазинов. Не буду говорить, в каком, так как мне скидки не делают, хотя я там очень часто покупаю. А также за рекламу не платят, поэтому сори. Обошелся он мне в $20 примерно. Там, кстати, какие-то были скидки, так он еще дороже стоил. Это Gatefold. Смотрите. Был он новый, запечатанный. Кстати, каверап этого альбома находится в топ-100 лучших обложках металла. Также к винилу идет в комплекте плакат 60 на 60 сантиметров. Смотрите, огромный, классный. Я уже думаю, куда этого, блядь, повесить у себя в комнате. Как обычно, лирика на конверте, сэнксы, группа и сам винильчик. Вот такой вот. Честно сказать, $20 за такой винил, это очень даже неплохая и недорогая цена. Так что, если у вас будет возможность купить этот альбом, покупайте обязательно. И, кстати, перестаньте говорить, что это самый худший релиз Атеиста. Возможно, да, но альбом очень, блядь, достоин. Далее, в том же интернет-магазине я себе заказал винил Таргета со вторым альбомом. Пластинка греческого производства, лейбла Флога, цена $15-16. Это Limit Edition, всего таких выходило 250 штук. Здесь вот идет такая вот вставочка, видите, фотография группы, логотип, информация, а также лирика. И конверт, в котором лежит наша зеленая пластинка. Вот такая вот, смотрите. Оп. Кстати, звучит весьма недурно, несмотря на то, что это цветной винил, а также греческий производитель. И последнее, что я взял в этом интернет-магазине, это был последний альбом Devastation, который вышел на итальянском лейбле Punishment 18. Это, кстати, лицензия, звучит очень даже круто, делали специальный ремастер, так что все в порядке. Так, диск вот такой вот. Упс, забыл его в CD-проигрывателе. Ну ладно, то хуйня. Так, вот такая вот книжечка. У меня, кстати, этого же лейбла есть еще Despair, тоже хорошо сделан. Вот, смотрите. Бля, диск лень вынимать с аудиопроигрывателя. Короче, ладно. Вот этот диджипак я уже купил в Венгрии, в медиамаркете. Это переиздание от BMG, самое новое, Celtic Frost, Morbid Tales. Бля, оно настолько сделано круто, что я просто сразу вцепился и купил его. Это, наверное, лучшее издание в диджипаке, которое я вообще когда-либо видел. То есть, смотрите. Опс. Так, стикерочек, я люблю их вырезать. Смотрите. Группа. Глянцевые странички. Куча фотографий, рецензий, информации, афиш. То есть, блин, это реальный кладезь информации о Celtic Frost. Смотрите, фотографии, блин, вообще просто круть. Только мне одно единственное, что не нравится, это, блядь, как упакован здесь диск. То есть, смотрите, диск часто царапается
просто об эту поверхность. То есть, блин, можно было какой-то отдельный конверт или как-то закрыть. Такое издание мне обошлось 4000 форинтов, а это на наши деньги 15 с чем-то евро примерно. То есть недорого, но приятно. И, честно сказать, вообще не жаль за такое издание отдать такие деньги. Так как у Nuclear Blast стоят диски по 20, по 22 евро, я видел. И они вообще просто убого смотрятся чаще всего по сравнению с этим. Также еще в медиамаркете я купил свой самый любимый альбом Celtic Frost. Вот. Такое же кайфовое издание, такая же цена. Я, кстати, хотел на него сделать обзор. Написал в группе, что если кто-то хочет, переведите, пожалуйста, с английского рецензию. Но, как обычно, люди берутся и потом пропадают. Поэтому я не знаю, когда будет обзор, но думаю, все же будет. Я просто не понимаю, зачем браться за то, что ты не хочешь потом в итоге делать. Ну, наши люди, что сказать. Вот открываешь, все так же глянцевые страницы, фотографии, информация. Толстая книжка. Вот опять же этот конверт для диска, блять. И уже вот этот диск я уже немного затер. Вот так вот, блин. Приходится пользоваться очень аккуратно. Я хотел еще купить в таком же издании эту Мегазерион, но его там не оказалось. Я ходил больше месяца, смотрел, появится он или нет. И так он не появился. Но благо наш лейбл Soulfire Attack взял себе на дистро. И я уже его успешно купил в Украине за 450 гривен. 450 гривен это что-то около... 450 гривен это что-то около 16-17 евро. То есть практически такая же цена, как и в медиамаркете. Но зато уже в Украине, ты уже не паришься, как его целым довести и прочее. И снова же такое же бомбезное издание. Целая книжка. Вау, стикер улетел. Стикер, как обычно, я сохраняю, вырезаю. На Into the Pandemonium я его проебал прям в медиамаркете. Опять же, глянцевые странички, куча фотографий, куча инфы. Блин, ну просто издание. И снова это рагульное отделение для диска. Ну блин, уже сделайте его нормальным. Это единственный минус этих диджипаков. Вот этих вот три диджипака нереально крутые. Если у вас будет возможность купить в издании, покупайте обязательно. Ну и если вы фанат 90-го года, тоже можете себе взять. Он также сделан круто. Я лично держал в руках. Кстати, думал его купить, потом переслушал, что-то не очень. Далее ворвался на виниловую ярмарку в Венгрии, в городе Дёр, где я живу. Видео, я надеюсь, вы уже видели. И купил себе вот этот вот Carnivore. Кстати, стикер, на котором написано Music on Vinyl, Classic Album, 180 грамм. Все как надо. Вот такая вот обложка с лого Carnivore, задник. Где написано столько дичи, что просто, блин, вообще. Тут, кстати, у них телефоны, у Питера Стила лайф украинский, типа, блин, 0.63. У барабанщика 0.95 МТС украинский. Бля, это так забавно иногда смотреть. Может набрать, может кто-то возьмет. А у гитариста был 0.96 Киевстар. Так что смотрите, если хотите, звоните, передавайте приветы от канала. Пластинка находится в таком вот конверте. Олдскульно, можно сказать. Черного цвета и сам вот винил под оригинал. Все винил реально увесистый, поэтому я им поверю, что здесь 180 грамм. Винил имеет очень даже достойное звучание, несмотря на то, что это новодел и не первопресс, как многие любят говорить, что вот первопресс лучший звук. Но если вы мне не верите, можете купить и сами убедиться, что здесь звук реально бомба. Купил я его за 6500 форинтов. Это примерно 23-25 евро. Ну, вполне ничего. Далее на ярмарке купил себе диск Type Negative World Coming Down за 2000 форинтов. На наши деньги это что-то там 8 евро. Это весьма недорого. Roadrunner, одно из первых изданий. Поэтому цена вообще смешная. Вот такой вот задник. Сам диск, как видите. И здесь находится плакат-буклет. Сейчас я вам покажу. Я думаю, за такое издание отдать 8 евро совсем не жалко. Хотя этот альбом уже есть в моей коллекции, но в каком-то мутном издании. Поэтому я его подарю Шихе. А себе оставлю вот этот вот классный. Шиха, а по тебе, чтобы ты вены вскрыл. На, это тебе. Ты что, вообще? Что?
Ты что, ёблютый? Кто бы рос, как раз нормально. И последнее, что я купил на ярмарке, это был диск Messiah Rotting Parish. 92 года издания, Noise. Диск, кстати, не в очень хорошем состоянии, чуть-чуть поцарапан. Но это такое, звучит хорошо. Старая коробочка, беззубая, буклет старенький. Конечно, немного рисунки такие странные. И, как обычно, нойзовские рекламы. С футболочками, с дисками, винилами. То есть, благодаря этому сразу понятно, что диск не пиратка. Даже вот, можно и не смотреть. Так как пираты никогда не вставляют такие вот тупорылые рекламки. Такое вот издание. Отдал я за него 3000 форинтов. Это примерно 10 евро. За диск 92 года. Это недорого совсем. И последнее, когда я приехал в Украину, меня ждала посылка с России. Мне наш подписчик подарил вот такой вот диск Атеиста. 2000 года. Ремастер. От лейбла NMG. Вот. А вы знаете, что Атеист я очень люблю. И все подарки, которые касаются Атеиста, это для меня просто... лучшее, что может вообще быть. Спасибо тебе, Чернобог Змей, за мощный подгон. Это, кстати, его никнейм ВКонтакте. Вы могли его часто видеть в комментариях в нашей группе. Это, кстати, первое переиздание 2000-х годов на диске. О, блядь. Вот такой вот диск. Меня, кстати, всегда бесили вот эти часики здесь. Что-то они не очень смотрятся. Потом рекламочка, как обычно. Elements. Вторым альбомом. Вот такая вот книжечка. Много, кстати, информации полезной, лирика. Тут Келли дает свои комментарии и рассказывает, о чем каждая песня. Кстати, очень классно. Так. Потом барабанщик дает свои комментарии. А также Рэнд, гитарист. Ну, а Роджер Паттерсон, вы знаете, он умер в 91-м году, поэтому без комментариев. А еще этот подписчик Чернобог Змей положил мне в довес диски своей группы. Под названием Некрогат. Я, кстати, слушал. Вполне интересная блочня. Так что, если хотите послушать, обязательно ищите. Некрогат. Это, кстати, не реклама. Он меня ничего не просил. Он меня просто положил. А я, конечно же, проявил инициативу и рассказал вам. Еще раз спасибо тебе, дружище, за Атеист и свои диски. Да, если у вас тоже есть что-то интересное там с Атеистом или с другим трэшем, Iron Maiden и прочее, хотите вы мне подарить, пожалуйста, пишите в личку, я приму в дар с большим удовольствием. А еще и шиха есть, вот, что-то может шихи перепадет. И, возможно, на это сделаю обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы. Включайте эти ебаные колокольчики. Хотя, что вы включаете, что не включаете. Один фиг не приходит оповещание. Это уже даже не раз мне говорили. И сам я сталкивался с этим. YouTube, сука, вылечись наконец-то. Вот так вот. Пока.